Более 1500 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки. Наибольшее количество инфицированных в Алматы. Там положительный ПЦР подтвердился у 580 человек. В Карагандинской, Павлодарской областях и городе Нур-Султане более 120 новых случаев. В Северном Казахстане коронавирус подтвердился у 109 человек. Напомню, днем ранее здесь выявили 95 случаев заражения COVID-19. Между тем, в стране активно идет прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 894 тысячи человек. Из них 280 тысяч – североказахстанцы.